По-моему, там кто-то пришел, пойду открою. Нет, это не трафарет. Кстати, он готов? Попыт имени Хрумки готов, ну-ка пощелкаем. Симпл Димпл, маленький красивый, а попыт большой и милый. Симпл Димпл. Чем занят Хрумка? Играю со своей коллекцией попытов. А у меня есть еще один попыт для тебя. И давай его быстрее сюда. Вот, держи. Так это же просто картон. Именно. Из него мы будем делать с тобой вот такой попыт. Ну что, начнем? Давай попробуем. Для начала оторвем картон. Угу. Ну-ка, Хрумка, подвинься. И теперь обведем наш попыт. Так. Вроде ровно получилось. Еще мы подготовили вот такой шаблон, по которому будем расчерчивать попыт. Вот что в итоге мы начертили. Теперь будем это вырезать. Так. Аккуратно. Кто на канал не подписался, без попыта остался. Хрум? Готово. Хрумка, а есть идеи, как мы будем вырезать с тобой вот эти вот кружки? Ну, я думаю, здесь нужен канцелярский нож. Канцелярского ножа у нас не оказалось, поэтому будем мучиться ножницами. Да, это будет долго. Few moments later. Ну что, это уже похоже на попыт? Да, но больше все равно еще похоже на кусок картона. Это потому, что еще нет пупырок, а в качестве пупырок мы будем использовать вот эти конфеты. А вернее, саму упаковку, а конфеты потом съедим. Так, не понял. Ой, по-моему, там кто-то пришел, пойду открою. В принципе, нам конфеты не нужны, поэтому нарезаем формочки 10 штук. Теперь раскрасим наши пупырки. Кстати, как они щелкают? Неплохо. Так, нам нужна вода и гуашь. Ого, сколько тут цветов! Да, много. Но они нам все не пригодятся. Возьмем 10 самых ярких. И начнем, пожалуй, с оранжевого. О, а можно я начну? Оранжевый мой любимый цвет. Ну хорошо, держи кисть. Так. Какая краска липкая. Ну давай, я тебе помогу. Давай, а я посмотрю, как все получится. Лихо у тебя это получилось. Пока сохнут пупырки, мы раскрасим сам попыт. Ой, много краски взял. Наконец-то мы закончили раскрашивать, пусть теперь тоже сохнет. Ну а мы сделаем еще один попыт. Еще один? Да, для этого нам понадобится картон оранжевый. И нужен еще трафарет. Где же его взять? О, иди-ка сюда. Нет, это не трафарет. Да, Хрумка, какой-то ты слишком тол... Ой. Что? Да большой я хотел сказать. Ладно, придется от руки нарисовать. Вот и рисуй. Так, теперь надо вырезать. Готово. Ну как? Мне нравится. Ты зачем это сделал? Не переживай. Здесь мы сделаем пресс. Жвачек? Ну да. А заодно его можно будет щелкать. Но для начала достанем все жвачки. Это я пока уберу, чтобы не мешалось. Пока Хрумка жует жвачки, раскрасим упаковку тоже в оранжевый цвет. Готово. Пусть теперь сохнет с другими пупырками. А пока пупырки сохнут, сделаем глазки и прическу нашему Хрумке. Вот такая морковка у нас в итоге получилась. Так, что тут у нас? А где пресс-то? Сейчас сделаем. Нарисуем ему еще бровки и ротик. Попыт имени Хрумки готов. Ну-ка пощелкаем. Кстати, неплохо щелкает. Жаль, вот только не до конца подсохло. Но в целом вроде неплохо. Как считаешь? Мне нравится. Надеюсь, другой попыт тоже получится. Кстати, он готов? Почти. Осталось только пупырки приклеить. Надеюсь, они подсохли. Наносим клей. И приклеиваем к нашему попыту. Вот так.
Это нам надо повторить еще 9 раз. Доклеили мы наш попыт, и как мне кажется, их теперь не отличить. Какой выберешь, Хрумка? Ну, я все-таки выберу этот. Ребята, пишите в комментариях, похож ли попыт на меня. Всем пока! Хрум?